Если вы не знаете, какой профиль формата или устройства вам нужен, попробуйте выбрать подходящий при помощи кнопки «Просмотр». Кнопка «Просмотр» дает возможность увидеть предварительный результат конвертации. Шаг первый. Добавьте видеофайл. Нажмите кнопку «Файл» и выберите нужное вам видео. Шаг второй. Выберите соответствующий профиль. Откройте список профилей форматов и устройств и начните вводить название нужного вам устройства или формата в поле ввода. Выберите соответствующий профиль из предложенных. Шаг третий. Просмотрите видео. Нажмите кнопку «Просмотр». Запустится видеопроигрыватель, и вы увидите, как выглядит сконвертированный файл. Выйдите из видеопроигрывателя. Если предварительный результат конвертации вас не устраивает, выберите другой профиль и воспользуйтесь функцией просмотра еще раз. Меняйте профиль до тех пор, пока результат вас не устроит. Шаг четвертый. Сохраните видеофайл. Выберите папку для сохранения конвертируемого файла. По умолчанию программа сохраняет в видеобиблиотеку Movavi. Нажмите кнопку «Обзор», если вы хотите выбрать другую папку. Шаг пятый. Выберите другие действия. Нажмите «Выберите действия», и в открывшемся окне вы увидите список вариантов действий. Поставьте галочку там, где необходимо. Если вы не хотите применить никакие дополнительные действия, нажмите кнопку «Отметь». Шаг шестой. Запустите конвертацию видео. Нажмите кнопку «Старт» и подождите немного, пока программа создает файл нужного вам качества.